Скрыта грудная клетка. Вы видите дыхательные движения легких. Эта модель поможет нам понять, как происходят вдох и выдох. В замкнутой камере находятся легкие лягушки. Эластичная пленка, затягивающая ее дно, играет роль дыхательных мышц. Пленка опускается, объем камеры увеличивается, давление падает. Легкие растягиваются и наполняются воздухом. Происходит вдох. Пленка поднимается, объем камеры уменьшается. Легкие сжимаются. Происходит выдох.